Всем привет! Сегодня я буду дрессировать собаку. Давно я не занимался ее дрессировкой. Но она как бы команды знает, но все равно нужно обновить память. И, соответственно, в этом видео я покажу, что умеет моя собака. И вообще расскажу, как я дрессировал и обучал свою собаку. Пойдем! Так, ну начну я, наверное, с базовых. Сидеть, лежать. Молодец, бери. Умница. Так, еще что-нибудь надо. Сейчас, подождите. Еще. Стой. Стоять. Вот видите, ждет, стоит, пока я разрешу ей. Бери мячик. Пошли. Ну-ка, дай. Лежать. Лежать. Вот. Лежать. Сидеть. Молодец. Умница. То есть, в чем тут фишка? Надо... Погнали, не буду эти мячик забирать. Проходи, не буду, молодец. Ждет, сейчас я отниму, типа. В чем фишка? То, что если вот ты учишь собаку, то как бы в любом случае нужно добиться выполнения команды. Да? Да не буду отнимать, молодец. Или что ты? Что-то нюхаю здесь. Еще, к примеру, команды, какие она у меня знает. Ну, ко мне, это и так понятно там. Очень хорошая команда стоять. То есть, когда там стоять. То есть, к примеру, около дороги такая команда хорошо работает. Стоять. Ко мне. Куда побежал? Иди сюда. И вообще, как я... Стой. А где? Немножечко. Попрыгаешь, а то что ты, наверное, полежала на холодном. У нас-то тут, несмотря на то, что солнечно, здесь ветер и холодно. То есть, поэтому чуть пусть разогреется. Доставай. Молодец. Давай, давай, вот. Голос. То есть самые основные команды, на мой взгляд, это ко мне. Вообще она должна по-любому, собака, быть этой команде обучена. Нельзя. И вот стоять, это самые, на мой взгляд, такие там команды, жизненно необходимый для собаки. Пойдем. Да, вперед. Потому что, ну, как я уже сказал, к примеру, если дорога, там машина едет, ты сказал, собака остановилась. Пойдем, куда ты там идешь? По дороге иди. И вообще, как я учил собаку? Как я учил собаку этому всему? С самого детства, как только у меня собака появилась, ну пойдемте, наверное, потихоньку, пошли. А, еще рядом, точно, вот. Ну, сейчас расскажу, как я вообще учил собаку этим командам вообще всем.
как только у меня в доме появилась собака, там я приобрел щенка, когда ей было 3 месяца, я сразу же с первых дней начал заниматься дрессировкой. Вначале я дрессировал собаку дома. Дерево упало сейчас. Не знаю, слышно вам было или нет. У нас тут ветер жесткий, деревья падают, короче. Ну ладно, суть не об этом. Я учил собаку с самого детства. Иди мячик, давай брошу тебя, пробежишься. С самого щенячества, как только у меня собака появилась, я сразу начал отрабатывать с ней какие-то команды. Сначала дома, потом уже на улице. То есть вначале дома разучивал команду, потом на улице. И вот такими, как бы, такой дрессировкой я добился вот такого послушания от собаки. Но тут все дело в чем? Я где-то до года реально носил с собой в карманах еду. То есть постоянно у меня была еда, когда я выходил. Не грызи мячик. Когда я выходил на улицу, у меня в карманах всегда была еда с собой. То есть это нужно иметь в виду. Это сейчас она за игрушку выполняет. Но на начальном этапе я дрессировал собаку кормом. Ну что, давай попробуем команду рядом? Рядом. Ну видите, вроде бы рядом, но не... Рядом, не спеши. Куда? Рядом. Вот. Молодец. Рядом. Опять же, вот эта команда также отрабатывалась в начале дома. То есть я вот сейчас по памяти вспоминаю, я ее вначале, вот эту команду, отрабатывал дома, потом уже на улице. И вот так идем. Рядом. Рядом. Вот она уже сейчас посмотрела, я только хотел сказать слово. И она уже понимает, видите, что вот идет спокойненько. Бери мячик, умница. Оу. Погнали. Давай, давай, вперед. То есть, какие основные моменты я бы, скажем так, назвал, которые... Ну-ка, стой. То есть, основные моменты в дрессировке, это пока начинать дрессировку, пока собака маленькая, то есть, не ждать ничего. Некоторые люди, они ждут, пока там... собака какого-то возраста определенного достигнет, только потом что-то там начинает дрессировать ее. То есть вот так делать не нужно. Чем раньше ты начнешь дрессировку собаки и воспитание, тем это лучше. То есть все, что она умеет сейчас, моя собака, это чисто было, она была обучена, будучи щенком. То есть я до года очень плотно занимался собакой. Да иди гуляй, иди гуляй, тут можешь походить, ждешь. До года я плотно занимался собакой. То есть постоянно, я говорю, я выходил, у меня постоянно все руки были измазаны в еду, потому что я постоянно нарезал какие-то там лакомства, там сыр, когда мяско, то есть по-разному. Постоянно все у меня, вся одежда была, карман весь грязный от этого корма. Но это, как видите, того стоит. Давай еще раз отработаем. Стоять. Давай сюда брошу. Стоять. Вот и ждет. Бери мячик. Вообще я изначально учил собаку тем командам, которые мне реально были нужны, ну, то есть которые в принципе были необходимы. Что принесла? Бери мячик. Неси, только не грызи его. Которые были необходимы. То есть, к примеру, я не учил собаку, дай лапу. Какое? Ну, то есть я для себя не видел в этом никакого смысла. Поэтому просто
Это я к чему говорю, то что, ну, мое мнение такое, что нужно не просто так время тратить на какую-то там, ну, на пустые команды, а именно обучать собаку тем командам, которые тебе нужны. То есть давайте лежать еще отработаем, а то она что-то лежать. Что-то нет, ты что? Лежать. Лежать. Видим, ну ей мокро, видите, она не хочет. Лежать. Вот. Молодец. Мокро, не хочет она. Здесь, видите, все сыро. Бери мячик, пошли, хватит, не грызи его. Так, на чем я остановился-то? А то, что он лучше всего время потратить на те команды, которые тебе действительно, ну, необходимы, и тебе, и собаке. Дай. Давай, где посушить? Во, вот здесь посуши. Лежать. Лежать. Молодец. Погодите-ка, я придумал сейчас. Надо усложнить. Это поняла, что сейчас что-то усложнится. Умница. Да, это она взрослая. Я сейчас особо-то бурно не хвалю. А так вот имейте в виду, когда собака выполняет команду, ее нужно хвалить хорошо. Давай, мячик. Иди сюда. Стой. Так, где посуши? Давай сюда. Стой. Лежать. Бери мячик. Молодец. Хорошая девочка. И что, ну все? Пошли. Давай, догоняй, что ты? Умница. То есть я изначально не добивался там какой-то супер красоты в дрессировке собаки. То есть пойдем, не буду мячик забирать. Пошли, молодец. Не какой-то там красоты, когда, ну знаете, типа собака должна там идеально все выполнять, куда-то там садиться. То есть мне на это, в принципе, ну все равно. Я изначально пытался добиться, чтобы собака слушалась и просто выполняла команды. То есть неважно, вот я сказал там, ко мне неважно, как она подойдет по команде ко мне. То есть там главное, чтобы она подошла. Понимаете? То есть там просто как же учат там всякие кинологи собаку, чтобы она там обходила, садилась рядом с ногой. То есть мне на это вообще пофигу. Так, еще наша тропа, вот она. Так, ну что еще раз учим-то? Давай, наверное, подзакрепим команду рядом. Рядом. То есть, вот сейчас я хочу подольше ее рядом повести и заодно поговорить. Рядом. То есть, суть заключается в том, чтобы, ну, обучение собаки не терять рядом. Рядом. Заключается в том, что, на чем я остановился, сбился. Что-то на ходу как-то записывать видео не очень. Рядом. Вот, молодец, рядом. Вот, видите, похвалил уже другой результат. Это он, видите, совсем.
Но немного мне неудобно и видео снимать, и хвалить, и дрессировать это. Я думаю, суть людям, то есть вам, всем моим зрителям, я сумел донести-то. Рядом. Молодец, рядом. Стой. Сидеть. Слушай, молодец, держи. Хорошая девочка. Идет довольная. Что там? Кто ты так? Ну там народ тоже с собакой гуляет. Ну-ка дай. Там доберман какой-то, походу. Да не походу, а какой-то доберман там бегает. Погнали, это хороший песик. Иди бери. Оп. Разочек тебе. Да, в принципе, на этом можно и заканчивать-то. Саму суть я объяснил, что к чему. Давай, скорее, погнали. Суть. Я думаю, понятно стало всем. То есть самое главное, чтобы было время на собаку, потому что реально на начальном этапе нужно время. Давай вперед. И на это, в принципе, и все. Если для тебя это видео было полезным, то обязательно ставь лайк. Если не подписан еще на канал, то подписывайся. Также, если там кто-то из твоих друзей, там родственников, знакомых собирается там приобретать себе собаку, и у него это первая собака, то также ему будет полезно посмотреть это видео. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока!